Дорогие друзья, коллеги, все-все взмаховцы, большие и маленькие, сегодняшние и выпускники, те, кто учился и кто работал у нас, наши родители, наши партнеры, кто нас знает и кто с нами еще не знаком, вас приветствует Санкт-Петербург, частная школа «Взмах». Новый год и Рождество – одни из самых любимых наших праздников. Они объединяют, дарят хорошее настроение, вдохновляют нас, дают заряд на весь год и дарят нам сказку. И тогда любые волшебства возможны. Нас ждут непростые времена и большие события. Весной этого года юбилейный 15-й чемпионат России по экономическим играм, который проводит школа «Взмах». А меньше чем через полтора года юбилей нашей школы, ей исполняется 30 лет, а это уже возраст. И, конечно же, в новогоднюю ночь мы ждем с вами Деда Мороза. Ждем все, и взрослые, и дети. Взрослые, потому что можно отрешиться от работы, от забот и снова вернуться в детство. А дети ждут елку, снегурочку, новогодние карнавалы и, конечно, подарки. А подарки будут. Это я вам обещаю, постараюсь никого не забыть. Только и вы уважьте Деда Мороза. Дружите, играйте, радуйтесь, любите, рожайте детей. Мечтайте, потому что мечты сбываются. Мы это точно знаем. Кстати, в прошедшем году произошло замечательное событие. Открылся новый филиал нашей школы на севере города. А это значит, что в мир придут сначала десятки, а потом, возможно, сотни новых взмаховцев. А мы знаем, чем больше взмаховцев в нашем мире, тем наш мир становится лучше и добрее, а значит, счастливее. Счастья вам, здоровья, успехов, удачи, всего-всего самого лучшего и самого доброго. С Новым годом!